топовые товары с AliExpress, часть 1. Это самый необычный светильник, попавший на мой обзор. Кроме нереального внешнего вида и структуры, напоминающей планету, он меняет свой цвет не только от пульта, но и с помощью датчика, реагирующего на прикосновение или поворот. Кому нужно, оставил его в комментах. Моя оценка 10 из 10 ночных Антонов.